Привет! С вами Екатерина и отвечаю на вопрос. Почему у вас не растет плющ? Можно найти в интернете ответ. Но я, имея опыт выращивания плюща, отвечу. Почему у вас не растет плющ? Потому что первое время плющ растет очень плохо. Вот эта стенка выросла с 2010 года. Представляете? Но первые 5 лет плющ растет очень медленно. А потом я провожу санитарную стрижку 3 раза за сезон. Сегодня 21 августа, Молдова. И вот опять у меня есть работа. Опять санитарная стрижка. Все выделяющиеся побеги, а они молодые, их видно, я удаляю. И тогда стеночка становится ровненькой, красивой и радует глаз. Совсем недавно я стригла плющ, и вот смотрите, вверху он опять начинает расти. И не только там. Здесь у меня были заросли плюща. Я боролась 2 недели. И вот оставила несколько веток, и скоро они будут цвести. И как цветет плющ, можете посмотреть в моем видео. И вот эту стеночку я стригла совсем-совсем недавно. Но вот эту поросль, что тянется по окнам оранжерейки и цепляется очень хорошо. Присоски у нее замечательные. Видите, какие корешки. Я пока оставляю, пусть затеняют солнышко. Видите, как хорошо они прикрывают от палящего солнца мои растения. Стеночек с плющом у меня много. Работы предстоит достаточно. Но сейчас покажу вам стеночку, на которой плющ тоже не так быстро растет. Больше 5 лет назад был построен этот забор из фортана. У меня есть видео. И решили посадить плющ, чтобы он закрыл всю эту стеночку. Но, видите, с тех пор плющ только наращивал свою корневую систему. И только в этом году начал понемногу подниматься по стенке фортана. Рядышком тоже есть плющ. И он был посажен в одно время с тем плющом, что посажен у стенки с фортаном. Но здесь он себя прекрасно чувствует и скоро закроет всю стенку вольера, где находится моя Хильда. Надеюсь, я успокоила вас и ответила вам на вопрос. Ну почему не растет плющ? Да растет он, растет. Только первое время довольно-таки медленно. Очередная санитарная стрижка произведена. Порядок наведен. Теперь вы знаете, почему плющ растет медленно первое время. О том, как посадить плющ, как ухаживать. У меня есть видео, заглядывайте. Ну а честно, уход нужен только по обрезке, а остального ухода не требуется. Ни поливать, ни удобрять. Он прекрасно сам развивается. Посмотрите, какое чудо, когда он начинает обвивать стены. Такая романтика, особенно по вечерам.